только засниму, как мы пошли на тритоны. Больше, наверное, уже не буду. Как бы одно и то же мусолить тоже неинтересно. Постоянно. Так. Морально подготовимся. До начала тритонов 10 минут. Под конец появимся. Так, пока не начался тур. Кто здесь есть? Сексы. Значит, они с нами будут. Они в прошлый раз с нами были. И их достаточно много. Гре. Вот этот верхний. Грехи, наверное. Грехи, да. Их вот достаточно. Но их немного. Турнир Гидии. Грехи. Может, мы здесь увидим их среди топовых. Скорее всего, я их пропустил. Угу. Пропустил. Так, давай еще раз. От лучшей гильдии начнем. Вот они, седьмая. Вот наши оппоненты. Грехи. Это, походу, бывшие краймы. Или кримы. Ненавижу такие гильдии, которые по-японскому назовут себя, и не поймешь, как их читать. Так, Мерсинари, Фиксы, Мунлайдж. Очень хорошо, что Мунлайдж пришел. Добро? Что вообще такое гильдию впервые слышу? Что за гильдия? Шестая гильдия, шестая. Пустяк. Да ну, туземик дошел. Давай с нами стой тогда. Вот он. Бобик. Блин. Так. Так, фиксы, мерсенари, эверласт, грехи. Фикс, секс. А, сексы вообще влево ушли, да? Бля, что-то нас маловато, слушайте. Нас очень мало. Блин. А может и сможем затащить это и этот раз. Та-та-та-та. 5 минут. Паузу. Так, можно, наверное, пока запускать. Скоро начнет нас всех кидать. Тут-то, блин, немало народу-то. Еще удивительно, гор меньше, смотрите. А почему гор меньше? Потому что их меньше. А битву они тащат. А почему? Потому что уши не ходят на битву практически никто. Там на битвах из ушей участвуют вот там ну такие игроки вроде меня, 22-х, 26-х, да, они что сделают. Так. А, 1 минута, значит, ну все тогда. Спешить некуда. Выход же был, батюшки мои. У нас
гильдия растеклась по всему этому, по всей локации. В основном все внизу стоят. А, ну что, тоже не станем. Попугаем ником. Попугаем своим Moonlight, да, противники наши. В прошлый раз мы их похлопали, это здорово. Кто без ластов, идем наверх, понял? Я не сказать, что прям медленно двигаюсь. Ну, пацаны вот эти вообще летают, конечно. На русском было сказано, кто без ластов наверх. Ну так-то я и этот по прямой бы быстрее бы бежал. Думаю, наверное, основная пати уже. А, наши дерутся внизу. Вижу, вижу. Слышу, по крайней мере. Вот ему лайчики. Плёха-муха, они готовы в этот раз. Сейчас мы их съедим. Там какая-то птица ночи, давай долбанем. Этого долбанем давай. Кто еще есть? Вот этого давай тоже. Вот этого. По пути, наверное, тоже, да. О, раскачанный пацанчик. Тебя не спасет. Я даже не выстрелил. Не, мы, значит, в этот раз готовы к бою. Так-то. Надо Рея вражеского завалить. Пипец. Почему нам восьмерки сует? Я вот понять не могу. Нам когда-нибудь фартанет, нет? Чтоб нам шестерок кинули. Восьмерки, по факту, они больше людей могут собрать, чем мы. Чего, типа, битва за угол? Арен стайл. Вот тебя от арен стайли сейчас. Куда? Смотри-ка, сопротивляются ведь. Красавчики.
кроссы. Уже в обратку идем. Восемь тысяч осталось. А, и вот все, последний пилон получается. А, нет. Все не так просто. Надо банки, блин, банки на скорость нужны, а у меня их нету.
оценим. Так, все, парни, наверх идите. Передаю лидеру Сасамби.